Да, красота неимоверная, конечно. Мы сейчас находимся в санатории Орджоникидзе, где все советские правители отдыхали. Сейчас поверну камеру. Привет всем. Вот. Вот она, вот такая красота в Сочи. Вот мы приехали в Сочи. Сегодня утром были в Адлере, то есть вчера там ночевали. А вот. И сегодня причалили в Сочи. Здесь очень красиво, очень здорово. Савдеповский, Саша говорит, скажи. Савдеповский что? Ампир такой. Савдеповский ампир? Да, совет. Я представляю, какие пиры они здесь устраивали. Вот, сейчас немножко заброшено, то есть нуждается в реставрации. В общем, нуждается это место в хорошем... Да. Да. Здравствуйте. А в Адлере у кого вы? Ну, мы сняли гостиницу, а так приехали в гости к моему сыну. Как же мы вас ждали, Гео, привет. Спасибо, Марина Александровна, вы лучшие, спасибо вам большое. Так. Да, мы из Сочи поедем опять обратно в Туапсе, 2 дня останемся в Туапсе, а потом уже в Воронеж. Так, привет, привет всем. И привет, Ике, всем. Приветики, приветики. Боже, какая красота. Обожаю Сочи, просто обожаю. Привет из Баку, привет. Баку, привет. Мои почему пришли на халяву? На халяву там ничего не бывает. Там будь здоров, как они пашут. Привет из Грузии, привет, дорогие мои. Там Бетя и Таточка, они улетели вчера на Сейшелы. Ой, то есть, нет, они не на Сейшелы, а на проект вернулись. Нет, у меня еще есть сын есть. Так, приезжайте в Кисловодск. В Кисловодск мы приедем в другой раз. На этот раз мы... Сегодня хотели, конечно, поехать на поляну, но потом передумали. На канатах покататься хотели, но поздно встали и не успели. Не поехали. Ой, Ирландия, привет! Привет с Урала, вы супер, спасибо вам большое. Откуда же вы с Урала, с какого города? Я жила в Екатеринбурге 11 лет, даже больше. Боже, как все запущено здесь. Вот посмотрите. Конечно, вот этот объект очень нуждается в реставрации. Это такой объект интересный, исторический. Ну, в общем, грандиозный такой ампир. Но надо, конечно, за ним ухаживать. Восстанавливать. Сейчас я вам еще покажу вид сверху вниз. Так. Смотрите. Хорошо, классно. Женщина, нет, я не возвращаюсь на проект. Если тату кто-то будет обижать, я извне буду воевать. Мы сейчас находимся в Сочи, в санатории Орджоникидзе.
Это все в Сочи, в городе в Сочи. Как Бетка сладкая, Бетка сладкая, моя тетюндрушка. Не знаю, давно ее не видела. Нормально, с мамочкой, со своей. Белка, ой, белка, белка, белка. Боже, ой, убежала. Посмотрите, вот она бегает. Сейчас я вам покажу. Белочку, белочку. Белочку. Саш, скажи всем привет. Раш, скажи всем привет. Всем моим подписчикам. Ты любишь моих подписчиков? Город Сочи. Темные ночи. А где Африкантова? Африкантова дома. В Туапсе. Боже, какая красота. Боже, какая природа. Необыкновенная природа, замечательная погода, климат нереально хороший. Да. Давай далеко заходить не будем, Раш. Да, давай вот так погуляем немножко и вернемся обратно. А здесь уже, мне кажется, уже и этого нет. Очень плохая связь, плохая. Да, здрасте, Рик. В каком городе? Я уж 100 раз сказала, что мы в Сочах. Куда мы пришли, его центральное все впереди, мы поднимемся, назад с тобой придем. Не-не, я тоже с вами пойду, мне тоже интересно. А сейчас интернет пропадет. Ну, пропадет и пропадет, ничего страшного. Так, мы это сам ждем в гости. Карачаевочки. У нас шикарная природа. Теперь да, архиз, да, я знаю, даже вода архиз есть, очень минеральная вода. Сегодня Бетечку показывали в утреннем эфире, моя красавица, моя чучундрушка, моя любовь, очень по ней скучаю. Белка-то хозяйка местности, вас встретила, нам пишут. Это хороший знак. Значит, хорошо отдыхайте. Да, так и есть. Мы где? Я уже не знаю, в который раз сейчас это буду повторять. Но мы в городе Сочи. Санаторий Орджоникидзе. Очень красивая природа. Тут здесь здорово. Ой, природа. Воздух. Прям красота, красота, красота. Хочется дышать, жить. Ой. Не знаю, померятся Валера и Тата или нет. Не могу сказать об этом. Но я буду приходить в гости, но на проект возвращаться я не хочу. Потому. Марина Трусанова и Татьяна Владимировна подружки. Но мы семьями дружим. Мариночка дружит с Татой. И таким образом все дружим, потому что мы очень любим Маринку. Она очень хорошая девочка. Вот. А Таня мама нашей любимой девочки. Вот. В мусор ее не выбросишь.
Да, мы идем в гору, да, прям высоко-высоко. Ну, думаю, что выше уже подниматься не стоит. Я думаю, что надо возвращаться обратно. Саш, ну что мы будем делать? Будем возвращаться, да? Вниз, туда. Все, возвращаемся, слава богу. Устала идти в гору. Таня бонусом шла, да. Вы правы. Нет, идут Саша, Раш, я. Вот нас трое. Прикол вот, что он датчик сработал на свете. Ой. Ой. Перекрыли дорожку, смотрите. Вот, надо сейчас пролезть. Ой. С Ириной Михайловной мы дружим, да. Смотрите, Сашечка снимает. Раш снимает Сашу. Саша позирует. Не знаю. Мне кажется, Бетти похожа на Валеру. Но многие говорят, что она похожа на меня тоже. Ну да, 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 да. Залезть туда. Да, реально, он может обвалиться. Он настолько уже постарел. И никто им не занимается, видимо, этой усадьбой, что... Старуха, ты-то куда вылезла? Конечно, раз я старуха, имею ли я право жить? Таких, как ты, до старости не доживут, потому что считают, что, видимо, старым нельзя жить. Так что, ну вот, проклинать не хочу. Очень плохо пишете. И, наверное, если вам это не нравится, быть взрослым человеком, ну... Разнообразили эту трансляцию, да. Сегодня мы сняли очень смешной ролик. Завтра будем выкладывать. Да, выкладывать будем завтра, да. Да, сегодня 1 сентября, сегодня будем поздравлять детишкам с Днем Знаний. Саша уже поздравил внучку свою. Она сегодня пошла в первый класс, наша маленькая Сонечка. Тата очень на вас похожа, Саша. Похудел немного. Да, Саша похудел. Для себя лучше вот так вот снимать, так симпатичнее. Да какая разница, господи. Саша говорит, 3 дня шел с горы. И, конечно, говорит, похудел. Вот так вот. Жалуется наш Сашечка. Мне кажется, вы стали энергичнее и моложе. Нет, почему-то мне так не кажется. Мы ведем очень пассивный образ жизни. Саша особенно вооружен, жизнь постоянно дома, никуда не ходим. Ну, ходим, конечно, но... Не, Африкантовой нет с нами. Бетти, ксерокопия Валеры, да, это мне тоже так кажется. Вы классная, Марина, я вас люблю. Спасибо, Кристи. Занимаюсь бизнесом в Китае. Улетаю, 5-го улетаю. Да, очень красиво, прям очень красиво. Давай, с фотками. Давай, ты пообщайся с ним. Общаться я не буду. Общайся с ним. Ты не сфоткайся. Давай, хорошо, давай. Все, далеко вниз не уходи, чтобы... Все, давай.
Я поднимаюсь. Ты глаза подними хотя бы. Смотрите вот сюда. Я смотрю. Выше камеры, в камеру не смотрите. Все. Давай, ты мне покажи, какой он сейчас. Ну. Great. Great. Знаешь, там когда-то вот Сталин по этой арке гулял. Да, я представляю. Сделать вдруг вот так. Да не худые. Да не худые. Все, сейчас вот я тебя сниму с этим. Снимем вот так. Спасибо. Ну иди сбегай, а мы здесь, если давай. Ты хочешь пройтись, да, мы здесь посидим наверх. Я не похудела, я очень поправилась, наоборот. Надо худеть. Я начну уже все, возьму себя в руки и начну худеть. Сейчас в Китае буду очень много ходить, прям пешком буду ходить. Ой, какая красота, смотрите сверху. Ой, какая красота. И море вон внизу вот там. Не очень понятно, что это море. Оно с небом сливается. Но, да, с небом сливается, а это море на самом деле. Вот, вот кусочек моря. Кусочек позитива вам, дорогие мои подписчики. А вот море вам кусочек. Кусочек. Искупайтесь. Помедитируйте. Нет, я обратно не собираюсь. Привет, хохотушка. Привет. Здоровья вам всем. Спасибо и вам тоже. Где Таня? Таня в Туапсе осталась. Мы поехали в Адлер вчера. Сегодня мы поехали в Сочи. Саша, вы супер. Да, Саша хорош. Как стать счастливой, как вы? Не знаю. Не знаю, как дать вам такой рецепт. Рецепт. Вот. Надо быть, надо верить и в счастье, и надо быть на позитиве, я думаю, всегда. Всегда надо верить в лучшее, что все будет хорошо в жизни. Да, вот девочка очень ад. Аксессуары. Девочка или мальчик, я не знаю, но пишет очень правильно. В одиночестве надо найти счастье. Потом найдете и счастье. Ну, как бы, да, в каком состоянии вы пребываете и отправляете во Вселенную, то и возвращается к вам. Когда заработает, не знаете? Завтра. А что, а вот этот фонтан? А, посещение завтра, да? Или вы шутите? Ой, вообще ничего не видно. Ой, давайте про Бузову не надо уж. Простите, уж вам-то говорит про Бузову народ. Боже мой. Ну, имейте уже тормоза.
толстая. С шмотками торгуешь, да? А что, это плохо? Бестактные люди. Тристан, обожаю тебя. Спасибо вам. О чем тогда Танька будет говорить? Я про жопу. Таня, да, она, когда злится. Собирайтесь, мне сказали, мне все говорили, кстати, что вот здесь плохо, да нечего здесь, не на что смотреть. Мне так понравилось в Адлере, такие шикарные пляжи. Есть очень хорошие пятизвездочные отели, вот несколько раз прошли, вот несколько редисонов здесь. Ну, в общем, много хороших отелей, много интересных, хороших пляжей, а вот. Мне очень понравилось, прям очень. Угу. Людмилочка, думаю, что я вас заблокирую. Вы прям да, вот какая-то бестактная особа. Нет, мы просто уехали на экскурсию, поехали к моему сыну, съездили вчера, посетили его. Сегодня поехали в Сочи, гуляем тут. Маринечка, шикарная женщина. Желаю вам долгой, красивой, счастливой жизни. Спасибо вам огромное, взаимно. В тысячу раз пускай возвращается энергия. Та энергия, которую вы сейчас отдали мне своими словами, своими мыслями. Вы заслуживаете самого прекрасного. Спасибо. Привет, Израиль. Ой, привет. Привет, мой любимый Израиль. Мне 45. Передай привет. Присоединяй. Приднестровью. Бадянчук. Привет. Егорка. Значит, ваша жизнь пытается научить быть сильной и счастье заслужить. Спасибо вам большое. Да, наверняка. А в Китае я еду сначала в Пекин, из Пекина я полечу в Шэньчжэнь, с Шэньчжэня в Гуанчжоу, с Гуанчжоу опять в Шэньчжэнь, а потом с Шэньчжэня в Гонконг, из Гонконга вылетаю обратно. Желаю вам семейного счастья, спасибо вам огромное. Саша, чем занимается, это я не должна разглашать и не должна вам рассказывать. Вот вас это интересует или мучает этот вопрос? Вот пишите Саше, Саша вам все расскажет. Тамара из Москвы, привет. Томочка, привет. Людмила, как заблокировать? Вот это какая-то Людмила вообще, какая-то больная пишет мне. Вот как ее заблокировать? Так вот нажимаете. Так. Людмила Колтун или кто этот? Все, иди в жопу. Господи, прости. Нет, не Овен, Водолей. А, Саша, Саша Телец. Ну, получается, Водолей, Александр Телец. Да. У Александра красивый голос. Баритон, да. Раша с собой забрали, да. Ну да, к вечеру стало пасмурно, наоборот, очень хорошо. Утром был... Хорошо с собой забрали. Сама загуляла где-то в Туапсе, и нас выгнала. Скажи, скажи, расскажи всем, где Таня и что она с нами сделала. Расскажи всем. Загуляла в Туапсе,
И нас выгнала из дома. Это новая версия. И вот мы бомжуем по Сочи, да, вот это вам вот пища для размышления, да, дает вам пищу для размышления. Саша вам дает пищу для размышления, и для потом вы уже пофантазируете и уже всем расскажете свою версию. Верно говорите, бумеранг, все возвращается. Что послал, то и прилетел однозначно. Я в это очень верю. Угу. О, как раз вы сидите, у вас будет вид хороший. Угу. Да. Что-то меня кусают. Так, а вас есть... никто не кусает, ребят? У меня нет. Людмила, вы очень несчастная женщина, вам вас... Ближе. Чем вас... Чем вас судьба обидела, да, Людмила, правда, очень какая-то агрессивненькая особа. Я за вас молю, спасибо вам, пусть ваши молитвы вернутся к вам тоже, пусть и ваша семья будет счастливой, и вы здоровенькие, и желаю вам смеха, радости, материальных благ всем, чтобы все было у всех хорошо. Руслана, ты классная, спасибо вам большое, вам не нужно. Коллеги по бизнесу в Ирландии, пишите, могу высылать все, что захотите. Могу сначала присылать фотографии, куда? По дороге, по курортному проспекту. Давайте. Ну, здесь, пожалуй, недалеко. А где курортный проспект здесь? Так, а вот курортный проспект. А, ну все, пойдем в курортный проспект. Пойдем, Раш, в курортный проспект. Погуляем по курортному проспекту. Вот, идут на курортный проспект наши мальчики. Жаба омерзительная, боже мой, повешаюсь сейчас тут. Бегу вешаться, раз ты так плохо про меня думаешь. Передайте привет Тамаре из Москвы. Ну я ж передала, Томочка, тебе привет. Ну уже все, сколько можно-то. Хочу вашу... Благословение или чего вы хотите? А где телефон можно взять? Пишите мне в Инстаграм. Привет, Садлера. Привет, мы только что приехали, Садлер. Ну, где-то часа два назад. Мы были в Олимпийском деревне. Нам очень там понравилось. И гостиницу там сняли. И сегодня ели замечательное. Там так, кафе. Подожди, забыла, как называется. Дай Бог вспомнит. Там... замечательное кофе, очень хорошо варят кофе, делают и пекут круассаны, просто тают во рту. Да, мы сегодня возвращаемся вечером. Нет, ну в Китае примерно на 10 дней. Вместе весело, да. Да, вот меня узнали, вот персонаж. Красавица, Женя, счастья вам. На долгих... Марина Тристанна фоткает. Марина Тристанна. Счастья вам желаю от души, от всей души, чтобы прожили долго, счастливо, радостно, в благополучии. Спасибо. Надо же. Узнали меня. Спасибо. Туда нам. А там какая-то тропинка, говорит, дурацкая. Пойдем по центральному. Ну давайте здесь свернем. Здесь свернем? А куда пойдем? А, ой, я забыла. Все. Всего доброго, удачи вам. Да, мы в Сочи.
Вместе висело, да-да-да-да-да. Как найти, например, вторую половину? Как найти вторую половину? Ой, этот мой вопрос мучает. Мучает всех. Да, это лавровый лист. Да, вот он. Посмотрите, лавровый лист. Вот. Да, пахнет прям. Лавровый листик. Какие у вас планы? Я не знаю. Посмотрим, как. Нет, мы сегодня в Сочи. Мы сейчас в санатории Орджоникидзе. Вот, 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 вот тут ходил Сталин когда-то. Вот. Вот по этой лестнице он спускался вот так вот на море. Где Татьяна? Татьяна дома, в Туапсе. Таня в Туапсе. Да, солнце мое, да. Идем, идем, идем. Бегу за вами. А что вы там нашли-то? А, да, наши видосики очень смешные. Кстати, мы сегодня тоже сняли очень смешной ролик с Сашей и с Рашем. Угу. Завтра будем выкладывать. Когда еще приедете? Ну, не знаю. Теперь мы уже... Следующая наша морская походка будет в Таиланде. Привет, Владивосток. Марина Тустановна, как похудеть? Вот мне бы на этот вопрос знать ответ. Я бы была самой счастливой. Надо, конечно, не есть и очень много заниматься. В прошлом году я очень много занималась. Мне, кстати, доктор Ковальков прописал диету. Я это все соблюдала. И я очень сильно похудела, правда. Ну, а потом сорвалась. Поехала в Грузию к маме. Мама там начала мне печь всякие хачапурки, там и инжир, хурма, все это, все сладкое. Все это ела и поправилась. А потом уже не смогла остановиться. Да, невеста красавица. Пока, Раш, там снимайте побольше видео. Слышишь, Раш? Просят. Народ просит. Do you understand? Моя Беатрисочка, не напоминайте, мне аж плохо становится. Вот на минутку я забываю, что ее нет рядом со мной. И это как только вспоминаю, что ее нету, аж в обморок готова упасть. Очень ее люблю и без нее вообще жить не могу. Моя любимица. Сейчас, говорит, вы приедете, Танюха вам еще что-нибудь отключит. А куда мы поедем, Саш? А? Любой проходящий автобус довезет. Давай, 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 все, поехали. Сядем. Да, ну, дождемся. Спасибо вам большое. Ну, в период Советского Союза, конечно, они были красивее, чем сейчас. Да, вы правы. Ну вот, мы вот здесь находимся. И по прямой вот они едут. Вот он, вокзал. Угу. Когда-то скучно здесь. Это просто.
Так я 15 дней с Сашей, 15 дней с Бетечкой. Все, дорогие мои подписчики, завершаю я свой прямой эфир. Всем пока-пока, пока-пока. Скажите всем пока-пока. Скажите, что? Пока-пока. Нет, у Марины Тристановны открыли YouTube-канал. Ссылка на канал ее, Марина Тристановна, в описании профиля. Обязательно подпишитесь и ждите новые ролики. Все, да-да-да-да. Все, бай-бай. Have a good day. Завершить. Понятно.